Этот необычайно мощный и технологичный снегоуборщик уже доступен в сезоне 2024 года в магазинах «Купи на дачу». Наименование модели Dust 430 EFI обращает внимание покупателя на самое важное качество этой снегоуборочной машины – инжекторный четырехтактный двигатель VXE 350 EFI мощностью 13 лошадиных сил при рабочем объеме 310 кубических сантиметров. Этот двигатель – системой непосредственного впрыска топлива, разработан специально для снегоуборщиков. Он обладает увеличенной до 25% мощностью и сниженным до 20% расходом топлива по сравнению с карбюраторными моделями двигателя. EFI – это система электронного впрыска, которая обеспечивает подачу необходимого количества топлива в зависимости от нагрузки и температуры. Вы получаете стабильность работы двигателя при изменении нагрузки, легкий запуск при отрицательных температурах, без регулировок воздушной и топливных заслонок. Как только вы переводите клавишу пуска в положение 2, топливный насос в баке повышает давление топлива в системе, и двигатель готов к немедленному запуску. Доступная электронная регулировка оборотов позволяет выбрать подходящие для работы обороты двигателя, например, высокие обороты для уборки тяжелого снега. Для продолжительного обеспечения топливом установлен большой бак емкостью 5,2 литра с крышкой с защитой от утери. На уровень горловины бака выведена масляная заливная горловина для комфортного обслуживания машины. Силовая установка работает в паре с трансмиссией Discomatic, 6 скоростей движения вперед и 2 заднего хода. Для комфортного запуска двигателя предусмотрен электростартер с питанием от съемного аккумулятора с напряжением 21 вольт и емкостью 4 ампер-часа. Батарея и зарядное устройство поставляются со снегоуборщиком. Перед запуском двигателя установите батарею в аккумуляторный отсек под крышку. Переведите регулятор оборотов в минимальное положение и нажмите кнопку «Пуск» на непродолжительное время. Для запуска ручным стартером после установки регулятора в положение низких оборотов потяните рукоятку ручного стартера. Новые инженерные решения реализованы и в ходовой части машины. Технология Arctic Track объединила в действии маневренность и легкость хода колеса с исключительной проходимостью гусеницы. Как это работает? Изменением угла положения малого опорного катка вы можете выбрать маневренность колесного хода и высокое давление на снег для лучшего сцепления или использовать большую площадь гусеницы для улучшения проходимости всего одним нажатием клавиши красного цвета на левой рукоятке оператора. Это не требует серьезных усилий благодаря особому механизму изменения угла корпуса по отношению к малому опорному катку. Маневренность и легкость работы с машиной весом 125 кг обеспечивает автоматический дифференциал. Нажатие рукоятки черного цвета на левой или правой рукоятке оператора разблокирует опорный каток по выбранному борту снегоуборщика или оба сразу и позволяет развернуть эту снегоуборочную машину буквально на месте. Стальной снегоуборочный ковш шириной уборки 760 и высотой 520 мм. Двухсторонний ленточный шнек с зубьями-ледорубами гарантирует возможность работы с плотным и даже обледенелым снегом. Для защиты редуктора от последствий удара посторонние предметы предусмотрены срезные болты крепления шнека. Вы можете выбрать высоту работы ковша при помощи опорных лыж в зависимости от свойств убираемой поверхности. Эта снегоуборочная машина комплектуется системой обрушения сугробов. Обрушители закреплены зажимными фиксаторами на бортах ковша и легко переводятся в рабочее положение. Рекомендуется использовать систему, когда высота убираемого снежного покрова превышает 50 см. Два металлических ножа подрезают сугроб сбоку перед снегоуборщиком, что существенно увеличивает эффективность уборки высоких снежных заносов. Дальность отбрасывания снега до 13 метров в диапазоне до 200 градусов по курсу движения. Стальной желоб выброса снега с высоким расположением поворотного механизма управляется дистанционно с панели оператора, как и дефлектор выбора дальности. Такая компоновка защищает механизм поворота от снега. Использованный в конструкции вал передачи вращений на шарнирах, поможет избежать блокировки при возникновении наледи на соединениях. Благодаря взаимной блокировке рычагов управления приводом шнека и хода вы можете не останавливаясь выбирать направление и дальность выброса снега. Также на панели оператора размещена кнопка включения LED-фары и подогрева рукояток оператора для комфортной и безопасной работы. Все лучшие качества снегоуборщика Deo Dust 430 EFI вы можете оценить лично после покупки этой машины в интернет-магазине купинадачу.ру. Станьте участником нашей бонусной программы КНД Club. Получите 500 приветственных бонусов при регистрации и кэшбэк с каждой покупки. Воспользуйтесь промокодом КНД10 при оформлении заказа и получите скидку 10%. Также для вашего удобства вы можете приобрести этот снегоуборщик и другие наши товары в маркетплейсах Яндекс.Маркет, Озон, Wildberries или Мегамаркет.